Итак, кратко завершим мы рассказ об ученичестве Страбона упоминанием о философе Зеноне, жившем за 2 века до нашего географа. Этот человек действительно, как считается, повлиял на будущего географа. И наш Зенон, так любовно именует он в своей книге этого основателя школы стоиков. Что такое стоицизм? Ну, коротко, если это стоицизм с его проповедью всемирной гармонии, с его призывами следовать разуму и природе, стремиться к согласию и доброте, к умеренности и личному самоусовершенствованию, именно он и нашел так называемую римскую эпоху немало поклонников. Среди них, как мы уже отмечали, не только наш Страбон, но и его младший современник, философ и писатель Сенека, а позднее даже император Марк Аврелий. Как вы знаете, наверное, друзья, оба этих человека, этих две личности особо отмечаются как наделенные неким гуманизмом и почти совершенством по сравнению с другими тиранами и жестокосердными людьми, правящими тогдашним миром. Пришелся он по душе и юноши, отмечая Страбону, отвечая не столько его формировавшимся воззрением, но и как бы самой натуре. Как истинный стоик, Страбон вел размеренную и разумную жизнь, не позволяя страстям вырываться наружу, заводил друзей и избегал наживать врагов, был осторожен в словах и поступках, ну, чем не всегда отличается его труд, но это, так сказать, труд письменный, но и дело жизни, как настоящий стоик не участвовал в политической деятельности, предпочитая наблюдать за событиями со стороны. А видеть ему, как мы понимаем, пришлось много. Юношей Страбон отправился в Рим. Много путешествовал по Италии и даже Египту, не раз возвращался и на родину. Чем занимался он все эти годы, неясно. Сами понимаете, большой отрезок времени. За это можно было посетить, по крайней мере, ту часть известную Ойкумены, о которой мы говорили выше, вдоль и поперек. Известно лишь, он смотрел, размышлял, записывал. Быть может, он уже тогда понимал, что природа не наделила его ярким талантом писателя, способностью даже и к оригинальному мышлению, если как стоик он реально себя был способен оценить свои умственные возможности, и что ему вряд ли суждено открыть что-то новое, сказать что-то необычное. Нет силы его в другом, вероятно, он понял, в скрупулезности, в умении собирать и обобщать факты со всесторонней образованностью, ну, как отмечает Феликс Арский, во всем том, что греки называли энциклопедичностью, и что мы уже отметили, что прежде всего, и можно сказать, выделить как достоинство у Страбона. Новые теории нередко оказываются заблуждениями. Старый же опыт всегда пригодится. А что может быть полезней опыта историй? И Страбон пошел по этому пути. Друзья, мы много, очень много и подробно говорим о Страбоне. Может, это лишнее. Может, достаточно извлечь суть его книг и столкнуть лбами реальность с фальшивкой? Но как, если не знать и не желать слушать деталей, фактов ли, или все-таки вымыслов? Однако придется нам изучать то, чего, возможно, нет и что, как известно, даже не сохранилось. И это факт. И это мы об исторических записках Страбона в 44 книгах. Они не дошли до нас, но поговорить о них мы можем, так как о них много говорили и до нас,
и, вероятно, будут рассуждать и после. Преклоняясь перед Полибием, как мы уже упоминали, его всеобщей историей, в названии которой даже не сомневайтесь, нет слова «версия» или «теория», так как доказать или на больший процент ее проверить невозможно, уже Страбон сознательно, однако он-то почти не сомневался, объявляет себя по продолжателям эллинского историка и начинает свое сочинение с того, на чем тот остановился, с 146 года до нашей эры, то есть года, мол, гибели Карфагена и присоединения Эллады к Риму. А как было на самом деле, один бог ведает, но наверняка не так, как утверждают славные историки. Мы еще поговорим об этом ниже. Кстати, этот прием совершенно обычный для тех, вероятно, все еще античных времен. Отмечают, что лет за 300 до Страбона точно так же поступил историк Ксенофонт. Он, продолжая незавершенную историю Пелопоннесской войны Фукидида, начал свою историю Эллады словами: «Через несколько дней после этого». Так что, не кажется ли все это вам, друзья, довольно-таки по меньшей мере странно? А скорее всего, мы имеем такую созданную кем-то историю, которую для нас сохранили выстроенной, как им кажется, такой стройной конвей продолжительности, как это соответствует взглядам захватчиков и паразитов, захвативших эту землю. Вот почему они... Кто, а сами догадайтесь, выборочно отставили после некоторых других потерянных по дороге, в лучшем случае сохранили в отрывках и вообще все основательно скорректировали, подправили, дополнили и подогнали как надо, как умели и как было приказано. Нравится вам такая история или вам пофиг? Что вам вкладывают в головы ваших детей, растят на лжи искаженной правды? Не так ли? Вам это нравится? А, так вам все равно. Главное, чтобы всегда была тарелка супа и кусок хлеба с салом или лепешки с бараниной. Кому как позволит их выдуманная и насаженная паразитами вера. Ну что ж, это ваше право, нестись по пути инволюции с невероятной быстротой, деградируя с поколения в поколение с очевидностью полнейшей. Не думайте, что таких бережет Бог. Замена такими всегда найдется, даже не сомневайтесь. В космосе замена вам всегда найдется в тот же миг, как вы разбредетесь дикими толпами по лесам и пещерам, горам и долам. В космосе просто кишит существами, готовыми заселить и эту землю, и ее даже недра. Впрочем, что это мы? А где тут Страбон? Или вы все-таки поняли, какое его место? Может быть, как раз за свои исторические записки он должен бы быть вознагражден нашей памяти, а не географии. Может, от того она и не сохранилась, или где-то в библиотеках Ватикана или других каких паразитов лежит, что в ней было что-то, чего нам знать не положено, а версию истории паразитов прекрасно писали другие. Но вот что мы знаем об историческом произведении Страбона официально, произведение, которое, однако, как мы уже говорим, не сохранилось. Как нам известно из упоминаний, исторический труд Страбона охватывал почти столетие, где он описывал два крупных восстания в Сицилии и Спартака, борьбу между Марием и Суллой, диктатуру последнего, а также войны Ромеев в Иберии, Галлии, Британии, в Африке и на Востоке. В итоге подчинение всего Средиземного моря с возвышением Гнея Помпея и Юлия Цезаря, отчаянную борьбу между ними и гибель поочередную обоих. Затем возвышение Антония и Октавиана
и очередную гражданскую войну между ними, битву при Акции в 31 году до нашей эры, а затем долгожданный мир и воцарение Октавиана, будущего императора Августа. Почему не сохранилось? Или плохо было написано, стиль автора убог и все такое, мало красок и теней, как говорится? Да, вроде нет. География выглядит вполне достойно в стилевом и прочих отношениях, ну, на тот период времени. Может, кто-то описал то же самое лучше, ярче, достойнее? Возможно. В конце концов, все это мы находим в полной или отрывочной версии и у Плутарха, и Тита Ливия, и Тацита, и других. Тогда, быть может, некая крамола закралась в несохранившееся сочинение Страбона. Кто знает, о чем можно рассуждать, не читая. Только так. Не читал, но осуждаю знаменитое. Итак, покопаемся в том, что нам известно от других о сочинении Страбона, а не от него самого, к сожалению. Страбон подобно остановился на этом периоде, рубеже, возможно, и потому, что завершил свое сочинение в эту как раз пору и, вероятно, не только исполнял чей-то заказ власть придержащих, но и чрезвычайно превозносил значение победы Октавиана. Или нет? Для чего же тогда его сочинение не сохранилось, коль оно писано было в русле современного, принятых исторических догм и в стиле панегирическим? Да, настала эпоха империи, но при видимости сохранения республиканских порядков. Полководец, поддержанный армией, то есть воинской силой, а не обществом, победил. Это демократия? Но, как бы мы ни относились к этому факту, на долгие годы в самом Риме и близких ему землях, мол, восстановились благоденствие и порядок. Все это, согласно его биографии, Страбон после 31 года до нашей эры, или все-таки плюс 1000 накинем, да, поболее, не скупясь, реальные даты так и просятся к утверждению, но мы пока это опустим и поговорим позже. А Октавиан вернулся в Рим в 29 году до нашей эры, а Страбон, как видите, в 31-м, то есть раньше, как спаситель Отечества вернулся Октавиан, положивший конец междоусобице, и как непобедимый полководец. Из какой эпохи был перенесен этот акт государственности и так красочно описан? Думайте, друзья, это важно, ведь самого того Рима в то время никогда не было и быть не могло. В 27 году до нашей эры Октавиан разыграл великолепный спектакль «Отречение от полномочий», мол, возвращаю Сенату власть, как некие цари уходят, мол, отдавая свою власть другим, Иван Грозный, Петр I и так далее, добровольно или вынужденно, а себя именует лишь первым сенатором, принципсом. Скромненько, не так ли? Спектакль проходит на ура. Октавиан соглашается на титул Августа, то есть умножающего, увеличивающего блага, который в будущем и становится его личным именем. Отчего это все будущие высокие правители и кумены любят подчеркнуть свое происхождение и родство с кесарем Августом? А ведь все термины и цесарь, и Август, и император в своем значении не несут ничего, кроме обыкновенных республиканского значения слов. И что же? Трансформация великолепна. Все основано на лжи и искажениях.
Октавиан милостиво, устраняясь, как бы соглашается на все, и что один из месяцев даже римского календаря переименовали в август, другой же пред ним в июль, июль, и на официальный титул «Отец Отечества», и продолжает, как первый сенатор, принципс, руководить и сенатом, и армией, контролем над провинциями, и, наконец, он избран великим понтификом, то есть верховным жрецом.